Здравствуйте, друзья! Вас приветствует компания Look Freedom, и сегодня у нас на рассмотрении ресурс от Альбины Самсоновой, которая предлагает нам зарабатывать достаточно большие деньги в интернете от 4800 до 7200 рублей в сутки. Она заверяет нас, что это не обман, а реальность. И акцент она делает на том, что она настоящий человек, который не скрывает своего лица. Но дело в том, что мы сразу заявляем вам, не будем держать никакой интриги, что это самый настоящий лохотрон, причем очень хитроумно сделанный лохотрон. В данный момент мы рассматриваем его по адресу машина@biz.ru, но только мы насчитали целых 5 адресов, на котором он находится. То есть нет никакой гарантии, что этих адресов не больше. И далее, откровенно надавливая на ту мысль, что этот сервис является правдивым, потому что перед нами выступает живой человек, мошенники, конечно же, очень сильно увеличат количество людей, которые поверят в то, что действительно перед ними работающий способ заработка. Но на самом деле это обман. И вот эта девушка, мы, конечно, не уверены, что она и есть автор данного ресурса, и что она просто-напросто не побоялась вот так вот в открытую обманывать людей. Но, скорее всего, конечно, это нанятая актриса. И даже есть некоторые доказательства, что это просто актриса, которую наняли для исполнения роли. Не знаем, как бы догадывалась она, в каком деле используют ее, либо нет. Ну уж догадаться, наверное, было несложно. Но, тем не менее, морально-этические какие-то вещи мы оставим в стороне. А сами давайте пройдем ниже и посмотрим, что же нам здесь предлагают. Итак, вот эта вот мнимая Альбина Самсонова рассказывает нам, что когда-то она уволилась из банка. И один знакомый программист подсказал ей такой способ заработка, как переводы. Для переводов якобы используется как какая-то волшебная программа. То есть берутся какие-то тексты небольшие, в Google переводчики переводятся и выдаются за реальные переводы. Ну, вы понимаете, что как бы качество Google переводчика и качество перевода реального, да, оно несоизмеримо, конечно же, но тем не менее, вот якобы, пользуясь вот подобным методом, можно зарабатывать просто огромнейшие деньги. Так вот, здесь очень-очень такой огромный сайт. Здесь вот вы видите опять, да, вот акцент на то, что я не тот человек, который скрывает свое лицо и впаривает пустышки. То есть постоянно-постоянно нас приводят к мысли, что ну, перед нами же выступает реальный человек. Ведь это же не может быть неправдой, да? Далее нам показывают, что заработок очень прост. И весь процесс сводится к использованию двух кнопок. Ctrl-C, Ctrl-V. То есть копировать и вставить, да? Здесь вот нам расписывают план работы. Стать личным партнером, пройти регистрацию, получить тексты для перевода, с помощью автоматической системы выполнять простые переводы и выводить заработанные деньги. То есть все очень просто. Главное успеть, места закончатся в конце дня 18 мая. Если вы зайдете 19 мая, то здесь будет стоять дата 19 мая и так далее. То есть дата здесь каждый день меняется. Далее идут всякие обещания о красивой жизни, да, то есть обещания плюшек различных. Здесь вот мы видим такие картинки, да, красивой жизни Альбины Самсоновой, только вся загвоздка в том, что это фотошоп, и в интернете мы видели реальные картинки, которые принадлежат реальным людям, да, в частности вот это вот. Ну и так далее. В общем, здесь в итоге, что в итоге? В итоге вас попросят заплатить более 500 рублей за то, чтобы стать мнимым партнером вот этой вот Альбины Самсоновой. И, конечно же, никакого заработка здесь нет. Здесь просто развод самый настоящий. Вы просто потеряете свои деньги. И что самое, ну, как бы обидное, да,
здесь уже много людей потеряло свои деньги, потому что этой девушке, которая, да, светит своим лицом и уверяет, что она реальный человек, который сам зарабатывает таким образом, уже очень много людей клюнуло на эту удочку. Таким образом, запомните, вот эта вот девушка обманывает на данном сайте. Никакого заработка с помощью Google-переводчика здесь нет. Более подробно вы можете познакомиться с обзором на данный лохотрон в нашей рубрике «С сомнительными методами». А тех из вас, кого интересуют проверенные методы заработка, мы приглашаем в нашу рубрику, соответствующую с проверенными методами. И здесь вы можете найти огромное количество методик, которые действительно способны приносить заработок в интернете. Обратите внимание на две новые методики. Это пуш-актив, заработок от $550 в день на пуш-уведомлениях. Это методика Дениса Уварова. И заработок под названием «Карьера.ру». Авторы данного заработка – это Ленар Янгиров и Юлия Максимова. Здесь заработок, вернее, методика заработка строится по двум блокам. Блок для новичков и блок для более опытных пользователей. То есть в зависимости от вашей компетенции, да, вы можете выбрать, что же вам лучше изучить для своего старта в бизнесе. Для того, чтобы быть постоянно в курсе всех новостей из мира онлайн-бизнеса, мы приглашаем вас подписаться на наш канал на YouTube, на нашу новостную рассылку и вступить в нашу группу ВКонтакте. Перейти на наш сайт вы сможете сразу под видео, кликнув на любую вот из этих активных ссылочек. Если вам было полезно данное видео, пожалуйста, ставьте лайки. А на сегодня все. Всего доброго.